Всем привет! Сегодня еще попробуем собрать в режиме реального времени игру. Игра называется Stunt Rally. Судя по сайту по названию, я вижу Tux Family. Вот. Поэтому у нас была какая-то Tux Rally. Давайте я пока скачаю исходники. Вот здесь у меня есть три ссылки, и пока не будут качаться, посмотрим на галерею и все такое. Так, Git Clone понеслась. Так, что это такое? Написано, у нас 172 трека здесь есть, 34 сценария, и даже и это все на других планетах. Также типа другие планеты какие-то есть. Давайте посмотрим галерею. Ё-моё, последний раз в 2015 году какая-то версия 6. Ладно. Чё это долго грузится? Ладно. Идем дальше. Так, смотрим. У нас 20 машин есть. Один мотобайк. И три каких-то спейсшипс. Типа комбайна или чё? И еще что-то там, мультиплеер есть, обычные расы, одиночные, вот, и все такое, реплеи есть, короче, вроде так, смотрим на карты. Я могу сказать, что по скриншотам довольно-таки неплохо, мы все знаем, как делаются скриншоты, все красивенько. Как трейлеры к фильмам, да? Посмотрел трейлер, можно считать и фильм посмотрел. Вот. Вроде красивенько. Как оно... Смотрите, прикольно. Но, если оно вот так вот и действительно будет красиво в реале, то, конечно же, это круто. Можно будет поиграть. Тем более, гонки это такое... Сел, чуть-чуть поиграл и погнал дальше заниматься своими делами. Опачки, видосик давайте посмотрим. Геймплей. Графон. Я, правда, не знаю, хороший это графон или нет. Я в игры давно уже так не играю. Поэтому, мне кажется, графоний есть и получше в играх. Кажется, так, одна часть исходников скачалась. И вот говорят, перейди сюда. Давай. Где тут это? Вот, ралли и в дату надо перейти. Вот, и там еще скачать треки. Хорошо. Вот, скачаем треки. Что дальше надо, кстати? Надо делать. Так. Git checkout. Если вы хотите использовать стабильную. Давайте. Для сборки? CDMCMake. В принципе, ничего сложного вроде не требуется. Так. Занимает она, судя по всему, смотрите, 600 мегабайт, и вот скачано уже 150, это чуть больше 50%. Где-то гиг занимает. Так, что тут по видосу? Не знаю, вроде бы ничего выглядит. Выглядит вроде бы ничего себе. О, прикольно, это, наверное, такой вид можно включать. Или это специально запись была в... для видео. О, это Марс. На мотоцикле, да, я так понимаю, это летит мотоцикл сам, человека нету. Ничего. Можно на Марсе, там, наверное, и гравитация. Хотя на Марсе, по-моему, не слишком уж и отличается от нашей. Опа, что это было? Глюки, да, пропадает машина. Нет, такое мы играть не будем. Ладно, давайте попробуем нестабильную версию CMake List. Тут сборка основана на CMake. Окей, давайте создадим папку, какую они там советуют. Build.
Ну, давайте билд и сделаем. Build. Так, и отсюда запустим CMake. Две точечки, это типа что такое? Ероры. Опачки, вот уже пошли ероры. А, что-то не было найдено. No package ogre. Огра не было. Это, походу, на движке Огр. Походу, да. Короче, сейчас надо установить все это добро. Ладно. Что я делаю? Я сейчас копирую и копирую вот эти все sudo apt-get инсталлы. Вот. Первое прошло. Boost. Boost надо установить. Буста у меня, по-моему, нету. По-моему, не было. А, не есть. Ладно. Графика. Графика. Вот, походу, вот здесь сейчас и пойдет установка. Огр. Огр, насколько я помню, это, по-моему, движок. Да, так и есть. Понеслась установка. Че, все? Дальше. Музыка. Либ ОГГ. Ну, это все вроде было. Огр. Это, да, движок. Возможно, когда-то будет время, то... Ну, не знаю даже когда, вот если у нас будет много подписчиков и будет увеличиваться, то вот тогда, может быть, появится время. Потому что интересно было бы сесть и какой-то движок, один, второй, третий движок, и подключить это все, попробовать что-то создать простенькое. Так, и что? Generation done. Вот, Ogre я поставил. Короче, вы поняли, да, ребятки? Выкачиваем исходники и потом на всякий случай доустанавливаем все, что тут написано. Ну и давайте make j, давайте 10. О, и понеслась сборка в 10 ядер. Ну, думаю, пока будет собираться, можно поставить на паузу, а потом продолжить. Итак, сборка закончена. Так, что у нас тут? Вот у нас стант ралли. Ну, давайте сразу его и запустим. Тунт ралли. Опача. И не понял. А, да, вот оно, что-то. Окей. Что-то мне показалось, что не запустилось, оно запустилось. Screen resolution. Эй, а что я не могу? А по... как так? Ладно, full screen. Resolution нету. Надо было стабильную версию выбрать. О, VSync. VSync норм. Resolution. Ну, ладно. Вы попробуйте стабильную версию, кстати, у себя выбрать. Так. Что дальше? Back. Ага, back. Single race. Single race. И... Опачки, на радиоактивный... Ух, блин, тут прикольные трассы. Длина 1,6 километра, а тут 3,1. Давайте посмотрим. Давайте New Game. Вот дождик идет. Ага, это был скриншот. Темновато. Не понял. Это как так? Я еду, нажимаю вперед, она падает. Ну, я нажимаю вперед, имеется в виду WASD. Вот, я W нажимал. Ну, вы знаете, в принципе, неплохо. Бэмс, смотрите-ка. Короче, ну его нафиг. Давайте я другую трассу поставлю. Какую бы мне построить? О, машины можно выбрать. Так, давайте-ка я поставлю вот эту. Хрен его знает, какую. Пойдет нормально. Ситуп. Ситуп не надо. Гамес мультиплеер. Траки, траки. Какой-то надо интересный трак. Так, чтобы было очень интересно. Давайте, смотрите, по идее снежок. Будет тут снежок идти или нет? А ну-ка. А ну-ка. Ух ты, реально, снежок идет и лед есть. Смотрите, смотрите. Меня типа... Это типа... Мне показалось, что... Это по льду меня чуть-чуть несет. Ладно, вот это, походу, лед. Так, если я пробел зажму, то что, меня будет носить? Как-то носит, но не так. Наверное, зимняя резина, там, шипы. Хотя на льду это, я вам могу сказать, ну, может, шипы, может быть. Хотя, не, ничего они не дадут.
Короче, погнали. Вот, снежок идет. Нормалек. В поворот вписались. В принципе, шпилить можно. Еще неизвестно, что тут за музыка. Я ее-то не слышу. И вы ее не слышите. А она есть. Бумс, бумс. Ну, как видите, я водитель от Бога. Я умею ездить, довольно-таки долго тренировался на разных играх, в чемпионатах всяких участвовал, вот, то есть выигрывал эти, и вожу я, ну, очень так неплохо. Ну, как вы видите, да, короче, заглохло, не знаю. В принципе, игра нормальная. Давайте еще попробуем последнюю какую-то трассу. Смотрите, какая есть, ух ты. Крематорий, вот. Вот. Ну, 9, где-то же должны быть. Вот, дело, фишка в том, что вот эти вот, да, круги, по идее, где-то должны быть. Просто мне лень туда ехать. Лень туда ехать. О, обычная нормальная гоночная трасса. Смотрите, а это... Не, мне нравится вот именно трасса, да. Ну, такие мне трассы не нравятся. Мне нравится там, где, знаете, так можно ехать, что-то посмотреть там. Не спеша так едешь, смотришь по сторонам. Там овечки, там коровки идут. Там еще что-то. А такое, вот такое классное, лесочек там где-то олень выбежал, где-то дерево упало. Ладно, давайте последняя трасса, пробую. Да ладно, не. Да ну нафиг, я этим. О, не. Какую-нибудь мне бы, давайте вот тачанку, там такая трасса, что как раз вот подойдет. Как вы видите, собирать несложно. Собирать игру несложно, и она, можно сказать, сразу запускается. И виды. Вот я нажимаю букву С. Бэмс. Вот раз вид. Два вид. Три. Ух ты, блин. Четыре, пять. Как так? Ага, это... Короче, разный вид тут вон есть. Типа как ты водитель. Сбоку, справа, слева, снизу, сверху. Короче, машина плохая. Не хочу я в нее играть, она неповоротлива. Вот, ну, в принципе, все. Что тут рассказывать? Я так понимаю, можно даже руль прикрутить. И руль с коробкой передач. Круто. АБС-ку не рекомендуется. Почему не рекомендуется? Ладно. Короче, думаю, все. Думаю, все. На этом можно заканчивать. Игра, как по мне, неплохая. Open source, все открыто. Движок Ogre, насколько я понял. Играть можно. Эти ссылки будут в описании. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.